Ну, сейчас доставал я его отсюда вот. Дерево мы поднять не могли, с матерью вдвоем бежали. Я находился вот здесь, мать вот здесь. Вот он передо мной, видите, уже машина появилась, как говорит, Тимошка. Нас разделяло, вот я не знаю, сколько меня метров. Меньше. Я вот здесь он, а я вот здесь. Вот я вот. Вот здесь ты бежал. Вот как меня. Он здесь. Не задел, сейчас только гематома. Вот. Поднять. Я спину сломала. Я его не смог. Он здесь вот. Я бы побежал на дорогу. Слава, он между вот этими. На дороге была откромешной. Все бежали, плакали, кричали, ветер. Гудешь, ну прибежали мужики и женщины, помогли вытащить его, но потом поехал я на машине. Машины стояли до первого КП и обратно. По всей дороге бежали люди, дети по дороге, ну машины свои искали. Я на этой машине скорую помощь вызвать как, а я знал, что она на протяжке дежурит. Я поехал по дороге, это страшное дело было, проехал, вызвал эту скорую. Когда они сюда приехали, положили на носилки, меня еще этот успокоил, ну, живой, мы его оживим. Ну, в общем, короче, бросились в скорую помощь, я говорю, поехали. Еще одну скорую помощь вызовем. Ну, вызывать не стали. Поехали на этой машине. Доехали до приемного покоя. Они доехали. А потом я там ехал. Выйти супруга не могла. Спину сломала здесь, пока дерево. Я ее довел до приемного покоя. В приемном покое все было залито кровью. Ну и все. Вышел. Я еще видел, там крутились возле него. Просто так. Ну, приоткрытые двери. Потом выходит врач и говорит. Все кончено. Умер. Ну, с матерью истерика там. Все, мы уехали. Стали вызывать отца из другого города, Саратова. Это старое. Его здесь нет. Ну, оно здесь давно лежит. Это лесхоз напилил. Быстро. А вот. Убило. Не фиксирует факт, что оно, ну, такое вот. То есть оно? Оно жило, в принципе, нормально. Красный. А тут пойдем покажу, откуда его сорвало. Ну, ветром, наверное, верхушкой задело, да? Задело, и оно болталось. Нет, оно задело, и когда падало, развернуло ее. И... Ну, и ветром ее тянуло туда. Ветром тянуло, да. А вверх кроной она держалась за вот это дерево. А теперь я хочу вам показать путь, по которому я шел. Через этот лес. Вот посмотрите, что там творилось в этом лесу. Как там не задавило. Я не верю, что только мы пострадали. Ты посмотрите, сколько, что там творилось. Здесь полный лес был людей. Они все бежали отсюда, бежали к машинам. Бежали. Холодный такой дождь. И мы пошли. Я впереди, за мной супруга и ребенок. Ну, я уж не помню, там, кто там за кем шел. Ну, шли мы. Быстрее уйти от этого дождя. Теплый, как говорится, дом. Хотели попасть быстрее. Вот. Одного этого сучка хватило бы, чтобы отправить на тот свет любого с такой-то высоты. А в таком случае я думал, что мы могли бы спастись, если бы мы остались у этого прудика. Вот смотрите, что это такое. Где можно тут живым остаться? Я не знаю, давай войдем, вдруг рухнет. Мы уже почти спаслись. Когда раздался страшный крик, вот под этим деревом, именно вот здесь, вот на этом месте, задавило нашего мальчишку. Мать была на том месте, где ты стоишь. Я стоял вот здесь, остановил свой бег. Вот так он, вот. А здесь наш мальчишка.